Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Парк динозавров». Ясное голубое небо и жгучий холод. Привет из Антарктики. Экспедиция оказалась невероятно успешной. Неисчисляемое количество динозавров, замороженных в вечных льдах. Но они живы, и это сенсация! Нам удалось осторожно разморозить первых динозавров, чтобы создать для них идеальные условия. Мы решили основать доисторический зоопарк. Примевал Зоу. Поможешь нам? Привет! Хорошо, что ты здесь. Я ждал тебя. Вместе мы создадим настоящий рай для динозавров. Наши первые милые динозаврики уже освоились. Позаботишься о них? Что за беспорядок? Хватай швабру и наведи здесь порядок. Старик, я только пришел, ты уже меня заставляешь что-то тут работать, а? Так, давай уберем. А, вот так. Понял. Ну и я так понимаю, что здесь еще надо. Эх. Посмотри, как они радуются. Отличная работа. Беспорядок от них, конечно, тот еще. А, их аппетиту стоит только позавидовать. Покормишь их? Нажми на ведро, чтобы покормить динозавров. Если динозавры проголодались, нажми на ведро над вольером. Выбери одно из ведер и перетяни его на динозавра. Более дорогой корм дает больше опыта. Так, ну... Бесплатно. Покормили. Так, ты тоже хочешь меня тут похавать? На! Ну и, конечно же, это хочет перекусить. Ну, вроде бы все сделал. Спасибо тебе за помощь. Один бы я не справился. Теперь нам стоит посадить парочку цветов, чтобы сделать наш парк еще прекрасней. Кроме того, у нас есть еще один милый гипсофаладон на складе. Назовем его Гипси. Можешь посадить его в вольер к другу. Динозавру нужен дом. Посадите гипсофаладона в его новый дом и украсть парк. Так, разместить. Расставить 8 декора. Открой меню и нажми на значок карты. Перетяни нужный объект со склада в игру. Так, подтверди зеленой галочкой. Перетягиваем. А нам нужно куда? Сюда вот именно? Место занято. Так, а вот этого я могу уже сюда поставить, да? Ага. Вот они вдвоем радостные и веселые. Пускай ходят. Блин, конечно, как-то тут у них грустненько на самом деле. 8 декора я теперь должен здесь, ребята, посадить. Посадить где угодно, я так понимаю, да? Снаружи это все делается. А, это можно вот так вот даже, да? Перетягивать. Это показалось. Еще последний ставим. Вот здесь. Так, замечательно. Прекрасно. Теперь у гипсофаладона есть друг. Нам ведь важно, чтобы динозавры хорошо себя чувствовали у нас. Так, уровень 2. Какая-то ракушка, дерево. Ух ты, кошка, дерево. Ух ты, новинки. Так, мы нашли с тобой еще новых друзей. Интересно, что здесь делает председатель городского совета? Златова Светлана Арнольдовна. Она пожертвовала немалую сумму на нужды парка. Добрый день.
Вижу, что вы очень стараетесь. И я стой держать динозавров. Но стой держать динозавров. Но эти слова, правда, даются мне тяжело. Парк придется закрыть. Как так? Почему? Оглянитесь вокруг, здесь пусто, посетителей нет. И автоконцерту Ампер этот участок придется весьма кстати. Чтобы и в дальнейшем получать финансовую поддержку, вам нужно иметь хоть немного посетителей. Мы ведь в самом начале нашего пути, уже скоро здесь будет несметное количество посетителей. В этом крохотном парке пока ничто на это не указывает. Нам нужно лишь немного времени, просто поверьте в нас. Ну хорошо, я ведь не изверг какой-то, у вас есть 48 часов. И если по истечению этого времени у вас не будет 5 посетителей в парке, то вам придется закрыться. Понятно. Нам нужно 5 посетителей. Я точно знаю, что мы с легкостью выполним это условие. Для начала нам нужно больше динозавров и декорации. Справочное бюро. Позаботьтесь о том, чтобы за 48 часов в парке появилось не менее 5 посетителей, иначе нам придется закрыть парк. Слушай, ну хорошо. Благодаря чему появляются посетители? Шкала посетителей пополняется благодаря новым динозаврам и посетителям. Приходит новый посетитель. Приходит новый посетитель. Строй ларьки, чтобы посетители могли купить все, что им нужно. Ага, ларьки. Так, ребята, тут, наверное, тоже можно как-то удалять и приближать камеру. Скорее всего, так, ларек. Куда-нибудь надо поставить 750 монет. У нас 10 тысяч есть. Вот, мороженка, да? Могу я ее сюда поставить? Так, она скоро построится. Так, тут еще можно дорожки делать. Динозавры. Вот сюда мы поставим. Ать. О, посетитель пришел. Так, но это еще не все. Или все? Так, подожди-ка, можем с тобой купить еще одного, да, вот этого? Ну вот, пошло дело, ребята. Так, а что у нас тут? Новинка, дерево какое-то. Дерево, давай вот здесь его поставим. Будет красиво, я думаю, да? И, например, вот тут. Так. Так, что это здание не строится, не могу понять. Ага, вот. Так, у нас два посетителя. Маленький ларек с мороженым. Этот апгрейд станет доступен. Ага, 7 уровня. Твои посетители хотят видеть больше динозавров. Хочешь купить нового динозавра в магазине? Да, хочу. А как я его куплю? Ага. Лимит покупок данного предмета исчерпан. Слишком низкий уровень. Так, нам нужно повышать уровень хотя бы до 3-го. А их можно как-то прокачивать или еще что-нибудь с ними сделать? Так, это погладить. А-а-а, смотри. Этот прибежал сюда. Смотри-ка, он тоже хочет, чтобы... Не милашки у меня. Тогда не маленькие, не все милашки. Погладили. Так, этих, наверное, тоже надо погладить. Они тоже... О, какой довольный. Так, подожди секунду. Довольный. Так, у нас с тобой... Есть что-нибудь? Так, а вольеры, здание. Здание это понятно. Вольеры не можем пока купить. Только лишь декорации, новинка. Красиво оформленные клумбы с яркими цветами пользуются большой популярностью у посетителей. Им 4 штучки.
Так, это можно все расставить, верно? Клумбы. Например, здесь. 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 И здесь. Сколько еще там нужно? Так, тебе нужно еще 18 очков. Блин, 18 очков. Что же мы делаем? Наверное, что-то покупаем. Склад. А, на складе еще два дерева есть. Так, 18, да, сказали, очков нужно? Есть! Так, друзья мои, мы с вами получаем что-то новенькое. Ну, во-первых, я смогу сюда динозаврика поставить. Ох ты, что это? Нам что-то привезли... Нам что-то привезли новенькое, друзья мои. Что же это такое? Интересно, кто привез нам этот куб льда? На этой неделе мы не ждали новых динозавров. Вот так загадка. Интересно, что там за динозавр? Не терпится поскорее узнать. Ха, у нас для него идеальные условия. Ладно, хватит разговоров. Давай достанем его оттуда. Конечно, достанем. Кто же там у нас? Этот динозавр точно станет настоящим магнитом для посетителей. И это значит, что у нас не все потеряно и есть надежда. Нам стоит поторопиться. Построим вольер и разместим куб льда в нем. Так, посади замороженного динозавра в вольер. Так, разместить луговой вольер и разморозить динозавра. Так, вольер вот у нас. Так, вольер вот у нас. Купить. Так, теперь ставим. Вот так, наверное, это будет. Ага, 27 секунд. Ладно, это я подожду. Новый шикарный вольер у нас. Сейчас все будет, ребятушки. Сейчас наш парк сияет новыми красками. Так, а ведь я могу сюда, по-моему, динозаврика посадить. Нового. Вот он. Вот. Так, друзья мои, три посетителя у нас уже. Вот так-то, я же говорил, дела пойдут в гору. Давай-ка я его поглажу. Так, это девочка, а это мальчик. Преноцефаль. Так, подожди, я же их погладил, они что-то... Танцует. Значит, нравится. Так, ладно. Что у нас тут? Все. Почему дороги так важны? А, дороги. Если дорожка прерывается или ее нет, то посетители не могут их или ларьков. Настрой вольеры и ларьки у дороги. Или прокладывай новые дорожки. Ага. Вот так тогда нам нужно сделать. Теперь. А подожди, а куб нужно. Вот. И что же это у нас интересно такое будет-то, а? Что за динозаврик тут нас поджидает? Посмотрим. Он остается 4, 4, 3, 3, 2, 1. И... вуаля! 4 посетителя, друзья мои. Что за динозаврик там? Покажите, мне не видно. Это что за... что за лапулечка такой? Прокампсогнат. Как мило, это детеныш Прокампсогната. Твоя награда так замечательно. Посмотри, мне кажется, он хочет с тобой поиграть. Так, поиграй разок с новым детенышем Прокампсогнатом. Окей, поиграем.
Вот как тут. Лови. Друзья мои, 4 посетителя у нас уже. 4. Посетители в восторге от твоего детеныша динозавра. Скорее, мы почти у цели. Осталось еще немного украсить парк. А он же вырастет, я надеюсь. Что это такое? Хочешь покормить детеныша специальным кормом, чтобы он вырос? А у меня нету ракушек таких. Их еще нужно заработать. Такой малютка, вообще малюсенький. Так, ладно, украшаем парк. Так, им не хватает цветов. Твои посетители хотят больше видеть декорат. Есть вот такие вот клумбочки. Есть вот такие вот клумбочки. Так, что тут у нас? А может быть еще ларечек поставить с мороженым, я имею в виду. А, тут еще вон у нас что есть. Фонарь. Окей. Так, погоди секундочку, что-то можно же. Так, динозавры. Тут пока не могу ничего купить, к сожалению. Так, а вольеры, здания. Ух ты, а это что у нас? Здесь посетители могут покупать сувениры, это приносит дополнительный доход. А это что такое? Этот посетитель... А это что такое? Этот посетитель хочет купить сувениры. Все, я понял свою ошибку. Сувенир. Вот здесь мы можем с тобой поставить, в принципе, сувениры. Вот так вот. А, пускай делается, пускай делается. Можно же здесь ускорить? Нет, ракушки мы пока прибережем. Этому нужен напарник. Так, что тут? Тут всякие разные штуки можно будет для них покупать. Так, имей 8 динозавров. Имей 5 посетителей. Так, а ты что хочешь? Хотят видеть больше ларьков. Больше ларьков. А дорогу, как дорогу нам построить? Если я, например, хочу... Вот дорожка, да? Так, секундочку, немножко не так сделал, надо... Видимо, больше... Ух ты, а это что такое? Если нет урн, то мусор лежит на дорогах. Ух ты. Купим. Нам не надо здесь мусор на дорогах, чтобы валялся. Блин, он ставится только в определенных местах. Туда не могу, да? А здесь? Урна. Так, уровень 4. Ребята, мы получаем нового динозавра. Летающие. И елки. Так, что же нам сделать? Нам нужен новый вольер. Или я не прав? Кормить каждого динозавра по отдельно? Наверняка это можно организовать получше. Давай расставим кормушки, и тогда динозавры сами будут приходить к ним и есть, когда им нужно. Потом мы еще украсим вольеры цветами и камнями, это точно придется им по душе. Не только динозаврам, но и посетителям. Давай украсим кормушками и растениями наши вольеры. Согласен полностью.
Если у тебя появится новое задание, ты найдешь его слева. Нажав непосредственно на задание, ты окажешься там, где сможешь его выполнить. Понял. Значит так. Кормушки. Из кормушки динозавры едят сами, а ты получаешь... Так, нужно еще засыпать туда еды. Какой корм положить в кормушку? Более качественный корм дает больше опыта, а динозавры больше остаются сыты. Угу. Кормушки. Так, кормушка, кормушка. Танцует. Лимит покупок исчерпан. Исчерпан. Так. Этот ларек. Сколько он час будет делаться? Вы серьезно? Пришлось, ребят, потратить ракушки. Так, и этим, конечно же, этим тоже нужна кормушка. А у меня лимит только две кормушки. Зашибись, ребят. Декорация в вольере повышает популярность. В вольере. То есть прям внутри, да? Декорация для вольеров очень нравится твоим посетителям. Я понял. Что, сюда? Замечательно, тщательно. Отлично, с кормушками, с растениями ты справился. А это еще кто такой? Роман, друг мой. Ну, могли бы, конечно, бы и перевести здесь. Чушь. Поскупились-то, а, друзья мои. Ну, я бы с удовольствием почитал бы их диалог. О чем они говорят, а тут по-немецки еще к тому же. Покажите мне, что сможете позаботиться о Дусе. Так, завершить лесостепь, вольеры того, так, кормушку разместить. Почему есть разные виды вольеров? Жизненное пространство динозавров отличается, и поэтому им требуются разные вольеры. Обращаю внимание на отметки в магазинах и на картах. Угу, угу. Так, ну этот вольер я поставлю рядышком. Нет, наверное, даже не так делаем, а вот так. Угу. Так, и надо бы, конечно, купить, я так понимаю, дороги. Ух ты. Новинка. Здесь твои посетители могут покупать еду. Это повышает твою прибыльность. Будет еще дорог бы купить. Так, здесь нормально. Если дорожка прерывается или... Да это я понял. Дорожку нужно туда. Блин, трындец. Все. Вот таким вот образом. Так, разместите песчаная дорожка. 5. Окей, разместил. Замечательно. Так, мне сюда нужно так, подожди-ка. Новинка. Так, секундочку, мне нужно сюда же динозаврика запустить. Динозавры. Ага, он стоит 10 ракушек.
Так, вот это что у нас такое? Дает бонусные очки опыта в вольере тебе. Больше не нужно кормить. Тут еще вот такая декорация в вольере повышает его популярность. Так, этого малыша нужно кормить. Че, не то? Ему это не подходит, да, кормушка? Не ту подставляю, да? Так, а это что такое? Прекрасный лесостепной вольер для твоих динозавров. Лесостепной. Ага, лесостепной, значит, я понял. Нет, я хотел поставить, правильно, так? Итак, теперь сделаем вот так. Ты можешь использовать аммониты, чтобы сразу завершить строительство объекта. Просто нажми на кнопку «Ускорить». Аммониты. Я уже подожду 2 минутки, аммонитов у меня и так мало. Будем честны. Так, что же вам еще нужно, а? Что же вам еще нужно? Декорации, наверное, побольше. Так, это я построил. Так, это, наверное, надо вот сюда все-таки. Так, это, наверное, надо вот сюда все-таки, можно, да? Нет, им это не нравится, ты понимаешь? Ха, куда же я тогда это должен... Странно. Не нравится им, понимаешь ли. Так, есть тут у людей пожелания? Что это тут надо? Твои посетители больше... А, нужно туалеты? Туалет, оказывается, блин. За всем тут успеешь разве уследить? Так, перевернем, наверное, его вот так вот. Здесь хочет видеть новую декорацию, а этот хочет видеть нового динозавра, понимаешь ли? Уже игрушка в руках. Сейчас вот посмотрим, как. Сейчас вот посмотрим, что вот это у нас за новый вольер такой. Ну, готово. Так, он хочет мороженое. А, купил себе только что мороженое. Так, и что же вот сюда мы можем с тобой... Так, а вот это вот как раз здесь подходит. Да, но у меня не хватает денег. Ага, смотри, мы можем купить. Ну, не сюда его. Вот здесь. Купить. Ух ты. Да-да, это тот самый птеродактиль, друзья мои. Хе-хе-хе. Так, чуть-чуть, нам чуть-чуть остается буквально еще, ребята, и будет дело сделано. И будет дело сделано, так, будет дело сделано, так. В туалет хочет, девочка. Так, а где у нас тут? Давай где-нибудь вот здесь вот поставим. Девочка, ты же хотела, вот тебе. Она не увидела, она прошла мимо. А этот хочет кушать. Но здесь у меня все это стоит, все поставлено. Грейд доступен будет с 8 уровня.
Блин, буквально чуть-чуть не хватает. Ладно, давай мы, наверное, с тобой сделаем это все декорациями. Попробуем окупить. Тем более тут... Фу-ху. Ёлки. Скамеечки. Ну, конечно же. Тут не рядом с туалетом. Сидите. Люди, как говорится, и наслаждайтесь. Скамеечки есть. Знак установлен. Так, что еще вам надо? 5 посетителей, друзья мои. 2, 4. 5 посетителей, у нас есть 5 посетителей. Вот Светлана Арнольдовна удивится. А вот и она. Ну что же, я с трудом узнаю ваш парк. Неплохо продаются, молодцы. Да, молодцы. Как здорово, у нас получилось. Фух. Получилось, новым динозавром. Новым динозаврам здесь хорошо. А посетителей нет отбоя. Да, ребята, мы прошли с вами первое наше испытание. Ну и, как ты понимаешь, дальше мы должны с тобой продолжать развивать наш парк. Я вот единственное не знаю, как мы будем расширяться. А, тут вот, со временем все это будет расширяться, расширяться. Места будет все больше, больше. Главная сейчас задача это, ребят, купить... Сейчас задача это, ребят, купить нового динозавра. А он стоит очень дорого. И тебе кормушка нужна, точно. Ты же у меня без кормушки. А, кормушку я не могу к тебе, к сожалению, взять. Лимит. Ну что, дорогие друзья, пожалуй, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за... И до новых скорых видосиков. Удачи вам.